Россия и Китай – двойная движущая сила БРИКС и ШОС. Они вносят огромный вклад в формирование более справедливого политического и экономического миропорядка. Такое мнение высказал посол КНР в России Джан Ханхуэй. Он подчеркнул, что обе мировые державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН, были инициаторами создания БРИКС и ШОС. Наши страны поддерживают друг друга, выстраивают всеобъемлющее и тесное партнерство высокого качества, объединяя глобальный юг. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям БРИКС и ШОС останутся лидерами мирового развития. России и Китаю предстоит сыграть важную роль в достижении мира во всем мире и строительстве системы глобального управления, подчеркнул дипломат. На международной арене страны совместно продвигают равноправную многополярную модель и сообщество единой судьбы человечества. Россия активно участвует в глобальных инициативах КНР по развитию, безопасности и цивилизации. Это касается и совместного строительства пояса и пути, а также его стыковки с Евразийским экономическим союзом. Наши страны своевременно обмениваются мнениями и согласовывают позиции по основным международным и региональным проблемам. Стратегическая координация Москвы и Пекина принесет больше позитивной энергии миру, развитию и стабильности на планете, уверен китайский посол.